Год литературы в Ивановской области открыло важное событие в культурной жизни города. В четверг в областной научной библиотеке свою книгу «Ивановский миф и литература» презентовал доктор филологических наук, профессор Ивановского государственного университета, член Союза писателей России Леонид Таганов. На самом деле новая книга – это хорошо дополненная старая, выпущенная автором в 2006 году. В своей книге Леонид Таганов открывает для читателей мир ивановской литературы со всеми этапами ее развития с древних времен до наших дней. Мне хотелось представить наш край как именно литературный край. Вот иногда первые писатели, были писатели, которые говорили, Иваново – это чертово болото. Но, помимо всего прочего, да, здесь есть моменты чертового болота, безусловно, но, помимо всего прочего, это действительно очень богатый в литературном плане край. И, в общем-то, мне хотелось донести до читателей.